9 и 10 марта в Сумах прошел третий тур детско-юношеского чемпионата Украины по флорболу. Честь Мелитополя на этом турнире защищали 5 команд. Две команды девушек «Скала Гёлз» и «Скала Гёлз 2» и три команды юношей «Скала 3», «Скала 2» и «Юнкерс». По итогам турнира «Скала 3» вышла в финал тура. Обыграла команду «Барс 2» с разгромным счетом 19-0 и команду из Киевской области «Форестер» счет 10-6. Однако в финале со счетом 2-8 уступила луганскому «Торнадо 3». И, скорее всего, уступили уже потому, что, в принципе, готовились играть главную игру против донецкого «Барса», которые до этого были главные наши конкуренты. Но мы поняли, что теперь у нас есть еще несерьезные конкуренты. И это, конечно, для ребят будет урок, в принципе, как настраиваться на противника. И, конечно, тренерский штаб сделает определенные выводы из своих просчетов и ошибок. Вот. Но теперь это опыт. Это опыт без таких горьких поражений не бывать большим победам. Для мелитопольских флорболистов поездка в Сумы имела большое значение. Юноши и девушки приобрели большой соревновательный опыт и серьезно настроились на будущие победы. Я занимаюсь флорболом уже 2,5 года. Я сейчас капитан команды «Скала 3». Уже у нас есть большие достижения. Ездили на разные соревнования, турниры. Сейчас у нас была последняя поездка, это Сумы. Мы там заняли 2-е место, уступили команде из Луганска «Торнадо 3». Но мы, конечно, будем работать над своими ошибками. Было, конечно, трудно, очень трудно. Но первые две команды мы выиграли, и ради этого мы вышли в плей-офф, в суперфинал. Мы будем работать над ошибками, стараться и исправиться, и готовимся в плей-офф на победу. Выход в финал тура позволил мелитопольской команде квалифицироваться в суперфинал плей-офф, который состоится в Киеве 13 и 14 апреля. Чемпионские титулы разыграют 4 лучшие команды Украины.